удельное. Коля, а это для тебя. А давай-ка дойдем до шалмачика средней руки, где шумит переезд, и народ ошивается всякий, где свистят электрички и охают товарники, где шныряют цыгане, где дня не бывает без драки, где торгуют грибами и зеленью, где алкаши над каким-нибудь хлипким пучком ерунды огородной каменеют, как сизые Будды, и где для души на любой барахолке отыщется все, что угодно, где базар и вокзал не урядится и не уют, где угрюмо глядит на прохожих кудлатая стая, где мотив переврат голосами дурными поют, и ты все-таки слушаешь, слезы дурные глотая. Там хозяин душевен, хотя и насмешлив на вид, у него за прилавком шкварчит, и звенит на прилавке, он всего лишь за деньги такое тебе сотворит, что забудешь про все, и ей-богу попросишь добавки. Он, конечно, волшебный. Он каждого видит насквозь, и в шалманчике этом работает лишь по привычке. Вот, а ты говоришь все бессмысленно. Ты это брось, и опять перестук, да пронзительный свист электрички.